пятницу в Самарской области будет пасмурная погода, пройдет снег, местами сильный. Температура воздуха в дневное время -3, -8 градусов, к вечеру потепление, ночью -1, +1. Ветер юго-восточного направления усилится и будет дуть со скоростью 6-9 метров в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, осадки в виде снега днем -2, ночью +1 градус. Ветер южный, скорость 8 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, сильный снег, днем -4, ночью нулевая температура, юго-восточный ветер 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно, в течение дня будет идти снег, днем -5 градусов, ночью -1. Ветер юго-восточного направления 5 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 86%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.